заменили зарубежные протезы на отечественные. Ханты-Мансийские врачи успешно провели серию операций с применением технологии «замороженный хобот слона». Экстренное лечение потребовалось трем пациентам с острым расслоением аорты. Двоих из них доставили бортом санавиации из Нягани и с Ямала. Наша съемочная группа отправилась в окружную клиническую больницу, чтобы навестить пациентов и узнать, как они себя чувствуют. В этом месяце кардиохирург Сергей Стефанов вместе со своими коллегами спас жизнь земляку из Нягани, а также гражданам Белоруссии и Узбекистана. Все они попали в Ханты-Мансийскую больницу с острым расслоением аорты. Половина пациентов с этим коварным заболеванием умирает в течение 48 часов. От сердца вот отходит аорта, и в ней мы видим мембрану расслоения. То есть вот истинный канал аорты, он сейчас превратился вот в такую вот маленькую щель, а вот это все ложный канал, который сдавливает истинный. Это нарушает кровообращение во всех сосудах – сердце, головного мозга, органов брюшной полости и нижних конечностей. В 95% случаев разрыв ложного канала приводит к остановке сердца. Чтобы пресечь такой исход, пациента экстренно оперируют. Процедура является одной из самых сложных и трудоемких в кардиохирургии. И может длиться до 8 часов, ведь врачам приходится менять пришедшие в негодность части аорты на искусственные. Это протез восходящего отдела, дуги аорты, протезы сосудов головного мозга и вот этот гибридный стентграфт или так называемый замороженный хобот слона. Здесь уже нет ложного канала, истинный канал расправлен, и вот видим, что прекрасно кровоснабжаются органы брюшной полости. Имплантацию гибридного стентграфта проводят с применением так называемого циркуляторного ареста. Во время протезирования дуги аорты в организме пациента полностью останавливают кровообращение. И чтобы на это время защитить органы от ишемии, тело охлаждают до 25 градусов по Цельсию. Добрый день. Здравствуйте. Так, ну давайте с вас начнем, потому что вы у нас уже на выписке. Грудная аорта вся заменена, там уже порваться нечему. Но есть еще и брюшная. Не забывайте две вещи, что у вас есть сердце механический клапан и варфарин, лекарство, нужно пить всю жизнь. У гражданина Беларуси Анатолия Крамаренко разрыв аорты произошел прямо на работе. Он трудится на Ямале в авиационной бригаде по обслуживанию вертолетов. Вспоминает, что почувствовал резкую боль в груди и чуть не упал в обморок. Ребятам сказали, они сразу же вызвали скорую, авиацию, и все решили очень быстро. Я, конечно, благодарен, я был одной на аортовой стороне. А сейчас я только немножко горло пропало, но это побочный эффект, потому что там много проколов было. А так, чувствую себя уже отлично. Лучше себя чувствует и Виталий Баранов. Жителя Нягани, как и его соседа по палате, доставили в Ханты-Мансийск бортом санавиации. Произошло неожиданно как-то. Ничего такого не предвещало, и вот оказался здесь. Ну, то есть все оперативно как-то сработали, и медики в Нягани, получается, бортом уже сюда доставили. И здесь сразу, то есть буквально в течение часа уже операцию повезли делать. Первую операцию «замороженный хобот слона» в Ханты-Мансийской ОКБ выполнили около 5 лет назад. Все это время врачи имплантировали пациентам зарубежные стентграфты. Но сейчас перешли на российские аналоги, которые ничуть не хуже и к тому же дешевле практически в 5 раз. Когда мы делаем именно вот эту операцию с гибридным стентграфтом, то есть мы проводим одномоментное радикальное лечение. Мы меняем восходящую аорту, дугу и нисходящую грудную. И сразу решаем проблему отдаленных результатов тоже. И большинству пациентов потом уже не потребуются никакие вмешательства. Операции на аорте проводит большая команда специалистов, всего порядка 10 человек. Кроме кардиохирургов, это анестезиологи, врачи ультразвуковой диагностики, операционные медсестры и санитарки. У каждого своя задача, но всех объединяет только одно – стремление сохранить жизнь пациенту. Наталья Акст, Лев Рыжков, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.